Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 28 июня, отвечаю на вопросы, наиболее часто задаваемые от своих зрителей. Вот Елена Кочетова написала, как поливать все-таки томаты, если вот нижние кисти начинают краснеть, а следующие только завязываются и цветут. Но у нас теперь в течение всего лета будет такая ситуация у всех. Почти на каждых томатах, когда нижние кисти, вот видите, у меня есть и совсем полной зрелости, и в фазе меланжевой зрелости, и совсем зеленые, верхние кисти только завязываются, вот еще выше цветут, и это на всех томатах так, так и будет. Но что делать? Надо приспосабливаться. Ирина имела в виду, что везде пишут, и я не раз говорила, что когда томаты цветут, им нужен умеренный полив. Ой, когда до цветения, когда цветут и завязываются плоды усиленный, а когда плоды начинают созревать, нужно полив прекращать, сокращать, потому что они могут потрескаться. Но томат устроен так, что он теперь будет все лето. Одна кисть спелая, другая завязывается, третья цветет. Я в это время все-таки полив делаю такой, ну как сказать, сильно не сокращаю. Сокращаю только в августе, когда уже я ограничу точку роста на томате, когда они все, можно сказать, сформируются уже кисти, и уже основная масса будет висеть спелая, красная, тогда я сокращаю. Сейчас, конечно, ну вы посмотрите, такое количество плодов и завязей, им нужна вода. И, конечно, это вот такая дилемма, это сложно, как определить, вот какой именно полив, потому что эти уже есть риск, что они потрескаются, а эти только наливаются. Но я считаю, ничего страшного. Ну, лопнут даже нижние томатики. На салат их все равно можно использовать. Конечно, это проблема только для того, кто продает. Но я томатами не торгую, никогда не продаю. Мы и треснутые, ну, трещину обрезаем и едим. Но зато, когда большое количество воды, когда усиленный полив, смотрите, сколько налито помидор. Они наливаются и наливаются. Один за другой, одна за другой, одна за другой. И конца края им нету. Это же все... Без воды этого ничего бы не было. Так что тут, вот я Ирине хочу, ой, Елене хочу ответить. Каждый решает сам. Или, если ему не нужны треснутые томатики, он прекращает, немножко сокращает. Или, если он хочет, чтобы как можно больше наливалось плодов, тогда полив оставляем усиленный. Все.